Всем привет-привет! С вами Елена. И сегодня у меня вот такая вот закупка перед выходными продуктов. Ну, как всегда, чеки я с магазина не взяла. Покупала в основном в копеечке. Ну, поэтому давайте так вот я расскажу. Палочки куриные замороженные. 7-10 минут готовится. Здесь 400 грамм. Полуфабрикат быстрого приготовления. Они были 3 с чем-то в копеечке. Потом рис у меня тоже закончился. Такой вот длиннозерный я беру. Нормальная была цена. 700 грамм. Так, потом крупа гречневая еще взяла. 700 грамм. Мука столичная. Высший сорт, здесь килограмм. Так, кофе взяла такой попробовать, Максвелл Хаус, я ни разу не брала. Здесь 200 грамм. Потом еще взяла вот тоже бариста Стронг. Так, здесь 200 грамм, а здесь 225 грамм. Попробую. Не знаю, с какого начну. Наверное, вот с этого начну. А потом такая вот колбаска салями гурман. Высший сорт. Здесь в упаковочке 550 грамм. Что-то там 5 с чем-то. Колбаса это стоит. Из мяса цыплят бройлеров. Такие вот паштеты. Один я уже распечатала. 250 грамм. Это я котиком беру кашу заправлять. Поэтому вот показываю один. Второй уже начатый. Масло. Пчелка тоже ни разу такой не брала. 72,5. Я беру молочные горки. Но сегодня не было в магазине молочные горки. Поэтому взяла такое. Хлеб вот такой вот люблю. Чародейный с грецким орехом. Здесь 250 грамм, что-то там 3 с чем-то было. Масло тоже, так, я подпишу потом цены, когда буду монтировать, пока вот не помню. Так, такое вот печенье я взяла еще, здесь печенье Аладдин, здесь 232 грамма, 2,21 получилось. Раньше брала. Такое нормальное, вкусное печенье. Ну и семечки молодежные 2,20. Это я точно помню. Без соли. Упаковка 200 грамм. Ароматику взяла. Бульон приправа. 90 грамм. Тоже не скажу. Так, взяла вот чеснок сушеный. 20 грамм. 8 грамм сушеный укроп. Хотя у меня есть замороженные петрушка и укроп. Ну, взяла, пересыплю, пусть будет. Потом взяла вот для курицы приправа, для мяса. Корица молотая. И взяла такой вот кисель. Когда брала раньше в Светофоре, в упаковках, мне понравился. Кисель клюквенный. И вишневый. Здесь пакетик 20 грамм. И быстрого приготовления. Содержимое пакетика залить кипятком, непрерывно помешивая. 200 грамм кипятка. Вот на такой пакетик. Ну, в общем, попробую. Так, еще взяла лавровый лист. Так, лимонной кислоты взяла 2 пакетика. Потом туалетная бумага такая, 4 рулона. Это я взяла в 3 цены. 2 рубля стоила. Это я точно помню. Потом взяла таких конфет. Батончики. И вот такие вот конфеты кузнечик. Потом забрала свой заказ из Фаберлик. Взяла краску. Одна была по акции. Вот это вот взяла черно-синий,
она получилась у меня по акции за 4,44 упаковочка. А вот такую я беру все время черный. 6,71. Так, потом такой скраб для тела. Скраб для тела. Малиновый мильфей. 4,79. Сейчас посмотрим, какой он там. О, какой. Так, в упаковочке. Сейчас скажу, сколько в упаковке. В упаковочке 120 грамм. Потом такое вот молочко для тела. 5,19. Ой, нет. 2,92. Это тоже по акции. Там по распродаже у меня получилось. Здесь тюбик 100 грамм. 100 миллилитров. Маленький, конечно, но за 2,92 нормально. Потом взяла такую еще помаду себе. У меня такая есть, заканчивается. Помада получилась 6,47. Такая вот. Потом такая вот шампунь. Шампунь здесь 400 миллилитров. Шампунь-бальзам, укрепление и блеск. Так, 3,91 такая шампунь, гель для душа, Бразилия, здесь 250 миллилитров, гель для душа 3,03, очень вкусно пахнет. Ну и взяла еще такой освежитель воздуха, акваспрей, тропический бриз, 2,95. Здесь 250 миллилитров. Так, ну и такая вот пудра 10,39. Так, ну и для малышни нежный детский гель для очищения кожи и волос. Вот такой вот. 200 миллилитров. Он 3,03 стоит. С таким дозатором. Так, ну вот. На сегодня все мои покупки. А, нет, не все. Сейчас покажу еще. Кольцевую лампу купили. Сейчас я ее выключу. Я как раз тут ей подсвечиваю. Или нет, я вот так вот сейчас переверну. Кольцевая лампа. Это я взяла в Ами мебель. Так, вот они появились в Ами мебель. Кольцевая лампа. Она небольшая по диаметру. Так, на штативе диаметр лампы 26 сантиметров. Высота штатива 53, но она регулируется до 210 сантиметров. Она 19 с чем-то, ну, почти 20 рублей стоила. Вот, я уже ее собрала. Можно телефон ставить, но я телефон держу в руках. Вот такие, ребята, у меня сегодня покупки. Лампа подключается через разъем USB в розетку. Я взяла просто розетка, у нас свободная есть от зарядки мобильных телефонов. Вот. И просто вставляется в розетку. Здесь регулируется свет. Включение.
печенье. Можно регулировать температуру свечения. Белый свет, мягкий свет, теплый свет. Ну и яркость свечения тоже можно вот регулировать. Складной штатив можно увеличить вот до высоты 210 сантиметров. Ну и к своим покупкам я хочу присоединить покупки, которые мы сделали для Ани в магазине Ами Мебель. Вот такой барный стул. Он стоил 75 рублей. Полка для работы ей. Полка стоила 89 рублей. И вот такой у Ани рабочий уголок получился. Всем приятного просмотра. Ну а с вами была Елена. Всем пока-пока. Если понравилось видео, ставьте лайки и пишите комментарии.